Всем доброго времени суток, это Gadget X. Компания Yumidigi объявила о старте приема предзаказов на новый смартфон S2 Lite. Аппарат получил большой дисплей с соотношением сторон 18:9 и тонкими рамками, 4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью на 5100 мАч, обеспечивающий до 2 дней автономной работы. В рамках предзаказа телефон доступен по сниженной цене. Предложение продлится до 30 января. Кроме этого, другие модели Yumidigi сейчас также продаются со скидкой. В общем, замануха пошла. В честь старта приема предзаказов производитель снял видео с распаковкой Yumidigi S2 Lite. Представитель компании показал, что поставляется в комплекте со смартфоном. Помимо самого смартфона, в упаковке можно найти силиконовый защитный чехол, зарядное устройство, кабель красного цвета, переходник с USB Type-C на 3,5 мм аудиовыход, скрепку для извлечения лотка SIM-карт и различную документацию. Yumidigi S2 Lite является более доступной версией флагманского Yumidigi S2. Аппарат получил 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9, 8-ядерный процессор MTK MT6750T, 4 ГБ оперативной памяти и встроенный накопитель на 32 ГБ с возможностью расширения. Основная камера у него двойная с 16-мегапиксельным сенсором и дополнительным модулем на 5 мегапикселей для съемки с размытым фоном. Фронтальная камера на 5 мегапикселей поддерживает функцию распознания лиц. Смартфон работает на Android 7.0 Nougat с последующим обновлением до Android 8.1 Oreo. Из особенностей стоит также отметить наличие настраиваемого светодиодного индикатора, позволяющего выставить на уведомления от разных приложений свои собственные цвета.